друзья, сегодня у нас на календаре 6 декабря 2018 года. Можете нас поздравить, у нас появилось в нашем распоряжении вот такое помещение. Правда, работать в нем абсолютно невозможно, но суть до дела. Сегодня 6, посмотрим, что будет 16, посмотрим, что будет 26 и, наконец, 6 января. Скорее всего, мы будем уже в этом помещении делать для вас новые обзоры. Ну а сейчас, да, понятно, не разговаривать, не играть на инструментах, ни тем более петь здесь нельзя. Не верите? Ой, мороз, мороз! Декабрь. Не морозь меня! Невозможно. Посмотрим, что будет дальше. Ждите. Здравствуйте, наши дорогие друзья! Неделя до Нового года, и чудо практически случилось. Осталось совсем немножко, мы будем в полной боеготовности. Ну, видеть это одно, слышать это совершенно другое. Помните, как летал звук в прошлый раз и что происходит сейчас? А вот я сейчас допою фрагмент народной песни. «Не морозь меня!» Моего коня. И пару раз ляпну по малому барабану. На мой взгляд, разница более чем ощутима. А это все благодаря чему? Неустанной работе наших мастеров, плюс вот таким плитам, которые лежат на стене, называются они стоп-звук эко. И сверху все это укрыто панелями Sound Deck. Именно они и дают такой потрясающий эффект, который ни один поролон не выдаст. Плюс ко всему углы имеют басовые толстые ловушки, а потолки завешены звукопоглощающими плитами, которые расположены в определенном положении и, в общем-то, исполняют свою работу на отлично. Друзья, нам осталось дождаться финала этой всей эпопеи, увидеть и услышать, что будет происходить потом. До новой встречи в новом году! Здравствуйте, дорогие наши друзья! Пользуясь цитатой из известного советского мультика, торжественно заявляю: мы строили, строили и, наконец, построили. Ура! Но, разумеется, строили мы не сами. Здесь вовсю трудились опытные специалисты по звуку и мастера самого Мосфильма. И, на наш взгляд, им удалось воплотить в жизнь то, что для нас было где-то на уровне самых смелых мечтаний. Спешу извиниться за творческий беспорядок в нашем новом павильоне, но это все объясняется тем, что сейчас у нас идут разные эксперименты по определению зон съемки для различных инструментов и других целей. Но это все детали. Главное, что сейчас мы уже можем себе позволить вольготно расположить наших гостей в живом уголке, без проблем поставить ударные установки любых размеров. И самое главное – это записать любой источник звука от голоса до тех же барабанов. Не испытывая при этом дискомфорта от ограниченного пространства и не имея проблем с летающим звуком. Все сделано по высшему разряду. Наши аплодисменты специалистам и рабочим.
Ну а наша задача теперь – это с новым настроением и новым качеством выпускать видеопродукцию нашей компании, которая просто обязана будет приносить максимальную пользу вам, наши дорогие друзья и коллеги. Оставайтесь с нами и ждите наши новые видеообзоры. До встречи на канале Pop Music. Иди, иди туда куда-нибудь, Саня. Да. Все? Пилите ничего. Давай. Стоп. Хорошо. Зайди в темноту.